Сегодня работники прокуратуры Чувашии принимали поздравления с профессиональным праздником. Ведомству исполняется 297 лет. В торжественной обстановке отметили лучших и подвели итоги работы за год. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В парадном зале те, кто служит закону сейчас и преданные своему делу ветераны. Валентина Щербакова работала в прокуратуре более 20 лет. Многие сотрудники ведомства называют ее наставником. И раньше я работала и в общем надзоре, потом в судебном отделе. В судебном отделе рассматривали гражданские дела, в которые мы должны участвовать. Мне нравилась работа людям, чтобы хорошо делать. Помогать решить свои проблемы со стороны законности. В прокуратуру граждане обращаются по самым разным вопросам. Аферы с приобретением жилья, необоснованный рост цен в магазинах, нарушения в сфере ЖКХ. Одна из приоритетных задач – защита социальных прав. Только в прошлом году в суды предъявлено свыше 9 тысяч исков. Прокурорами восстановлены права несовершеннолетних, пенсионеров, и инвалидов, тогда, когда особенно нам они сигнализировали о происшествиях и нарушениях в самых различных сферах правоотношений. Ведомства решают эффективные трудовые споры. Благодаря принятым мерам были погашены долги по заработной плате более чем на 50 предприятиях республики. Если в денежном выражении, то это более 185 миллионов рублей. И это результат усилий всех и контрольно-надзорных органов, и органов власти управления, разумеется, с нашим определенным участием. Михаил Игнатьев отметил, что работники прокуратуры являются гарантами законности и правовой стабильности. Между ведомством и правительством региона налажено конструктивное взаимодействие. И огромные слова благодарности хочу выразить всем вам за то, что на самом деле вы честью выполняете свою миссию, которые по компетенции определены соответствующими нормами закона, нормативно-правовыми документами. Президент России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, ставит перед нами четкие задачи. Это на перспективу выполнения уже национальных проектов, государственных и федеральных проектов, и региональных проектов. Мы практически в течение 6 лет уже работаем по выполнению 47 региональных проектов. В профессиональный праздник – госнаграды. Старшему советнику юстиции Юрию Фуражникову вручили нагрудный знак почетного работника прокуратуры. Одна из почитаемых наград ведомства – медаль за безупречную службу. В этом году ею наградили Алатырского межрайонного прокурора. Алексей Галахов говорит, что это заслуга всего коллектива. Алатырской межрайонной прокуратурой в 2018 году была проделана большая работа по укреплению законности на территории города Алатыра и Алатырского района. В целом выявлено более 1800 нарушений закона. Лично для меня работа в прокуратуре – это основная цель, вернее, даже работа нашей прокуратуры – это соблюдение конституционных прав граждан, это достижение верховенства закона. Работники прокуратуры и ветераны получили награды и от главы региона за верность выбранному делу. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.